Как стилизовать любую песню в Western Style? Привет, мой друг. Как оказалось, я нелегкую себе поставил задачу. Не в техническом плане нелегкую, а именно в учебно-просветительском. Я сходу столкнулся с тремя проблемами. Первая проблема – это выбор оригинала для стилизации. Если вот взять всем известную песню и ее переиначить, тут последствия могут быть негативными. Поэтому я сразу отказался от ремейка группы Кино. Ибо в этом случае версия будет явно встречена врага, подсознание слушателя будет обязательно сравнено с оригиналом, и я думаю, что вне зависимости от качества стилизации, выбор пойдет в сторону привычного и родного звучания. Ожидаемый вариант реакции тут, наверное, будет такой: испортил хорошую песню! Так что придется брать что-то менее забитое в подкорку, менее культовое. Вторая проблема. Если я сделаю, как я сам советовал, то есть, если я введу только одну интонацию, один фирменный вестерн-стайловский риф, то ожидаемая реакция здесь такая: ну, а где тут что-то новое? Это просто хреновое исполнение оригинала. Ну и третья проблема. Если я хочу показать все возможности стилизации, а я хочу, то мне придется просто напичкать песню узнаваемыми фишками. И это будет уже пересол. И вот что я решил. Ответы в обратном порядке. Все возможности стилизации в одной песне показать не получится. Для этого нужно несколько песен. Да, я все-таки я сделаю немного больше, чем было бы достаточно для стилизации. Это проблема номер три. Новое будет, и скорее всего это будет по ощущениям даже совсем другая песня. Хотя и чем-то похожая. Будьте к этому готовы. Это ответ на проблему номер два. И я выбрал для эксперимента песню группы Nautilus Pompilius, песню «Титаник». Это раз. Выбрал и, блин, понял, что с ней не все так тоже просто. Главный риф играется на аккордовой тональности, а в «Титанике», несмотря на то, что она начинается в ре, и большая часть куплета играется именно в ре, и будто бы она в самом деле в ре, она на самом деле в ля. Тональность ля. Ну и что теперь? Играть два главных рифа? Выходит, что два. Мне очень нравится оригинальный риф на аккорды ре минор и ре сас 2. Но он не в стиле. И тут вот прямо явно в этом рифе выпирает минор. Потому я сделал так. Оригинальный риф в ре. Вот его не перешибить. И поэтому поставлю-ка я на риф в ля. Пусть он у меня будет лицом песни. С него и начну играть вместо вступления. Мне нужен полный вестерн стайл, и риф будет такой. Что я тут делаю? Это двухтактовый риф. Играется на раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вначале пауэркорд ля. Пауэркорд или квинтаккорд, или пятерка называют его. Кстати, да, гармония. Гармония в оригинале. Вот это в первой части куплета у нас ре сас 2, ре минор два раза. Потом соль минор, ля минор, ми минор и ля минор. Ля минор там, где я буду играть этот риф. Во второй части снова два раза ре сас 2, ре минор, снова соль минор, ре минор. А потом отличие. Без ля минора сразу ми минор и си бемоль мажор. Ля минор, ми минор и опять ля минор, на который я снова буду играть этот самый риф. Припев. Соль мажор, ля минор. Два раза. Потом соль мажор, си бемоль мажор, ля минор, ми минор и снова тот самый ля минор, который будет с моим рифом. А вот я буду играть все, стараться построже, более по-роковому, часто опуская характер минора-мажора. Это ведь не джаз, где если в аккорде меньше 4 разных ступеней, то сразу расстрел. Итак, к главному рифу на аккорд ля. Ну, вы, наверное, знаете, что на 5-м ладу у нас здесь вот первый бокс пентатоники ля минор. А сразу вот здесь, ближе к голове грифа, у нас 5-й бокс той же самой пентатоники.
И если мы проследим за нотами пентатоники на третьей и четвертой струне, то мы заметим, что они располагаются на обеих струнах симметрично. Это у нас второй лад, пятый и седьмой. Да, ноты будут повторяться. И теоретически мы могли бы сыграть даже весь риф, не уходя даже из первой позиции. Но почему я играю именно так? Во-первых, это логичная симметричная аппликатура. Что-то знакомое. Во-вторых, слайды. Именно они и дают этот самый аромат вестерна. Кстати, вкупе с повторяющимися нотами. Это откуда-то из кантри-роллов пришло. Итак, Power Chord Ля. И не страшно, даже если вы заденете и сыграете вторую струну Си. Это будет аккорд Ля САС-2. И скользим мы по четвертой струне со второго на пятый лад. И вот, как вы увидели уже, здесь же на пятом ладу третья струна. И тут же скользим обратным слайдом по четвертой струне на второй лад. И здесь снова Power Chord Ля. Тут такт у нас заканчивается. Но аккорд мы держим. Он у нас переходит на начало следующего такта. И со счета 2 во втором такте у нас снова слайд по четвертой струне на пятый лад. Но здесь вот мы играем дальше как бы в первом боксе пентатоники. И играем мы, начинаем с третьей струны на седьмом ладу, пулом на пятый лад и на седьмой лад на четвертой струне. Вот такой стандартный блюзовый, блюзроковый ход. И последняя нота у нас вот эта вот. Она четвертная до конца такта. Получается так. Не страшно, если вы будете задевать соседние струны. У нас стиль такой звенящий, некоторые говорят грязноватый такой стиль, ну, так играть. Но на самом деле главное, чтобы звучали основные ступени рифа, а остальные струны как бы подзвякивали, они, если сильно они не выделяются, они просто усиливают звучание. И особенно хорошо здесь звучит открытая пятая струна. Вот на самом деле на этом месте видео можно и заканчивать. Для стилизации этого вполне хватит. Мы ввели характерный риф, а остальное можно просто сыграть теми же аккордами, что и в оригинале. Но мне же нужно показать, как аккомпанировать в вестерн-стайле, поэтому продолжаем солить наш кавер дальше. И начнем с ритмики. В оригинале весь аккомпанемент идет в той же ритмике, что и главный риф. Предлагаю сделать нашу ритмику более размеренной и более кочевой. Помимо еще одного рифа в куплете на ре, под которой мы будем петь, и потом у нас еще в одном месте будет остановка аккомпанемента, на все остальные аккорды ритм будет такой. Показываю на примере аккорда ля. Играем на первую долю и держим ее на начало второй, то есть до счета 2. Получается нота четверть с точкой. Вот на счет 2 и играем уже часть нашего самого главного вестерн-стайловского рифа. Но если ничего не знаете о нем, то пересмотрите урок 2 из этой же серии. А тут мы везде будем играть половину этого рифа, то есть с третьей минорной ступени на тонику. И это будет повторяться для каждого аккорда. Для ля это мы берем пятую струну на третьем ладу, слегка менее чем на полтона ее подтягиваем, и пул на открытую пятую. Этот риф будет транспонирован с той же самой ритмикой в другие аккорды, ну кроме си бемоль, где такой риф играть будет неудобно. Не очень удобно. Давайте-ка не будем тут играть, разнообразим нашу игру, в си бемоль играть его не будем. Например, для ми было у нас ля вот так. В ми просто перенесли все на струну ниже.
И также сыграли. Для соль тут своя специфика. Дойдем до него, увидим. Вот этот риф с мини-бендом и пулом. Видите, перешел с аккорда на аккорд с ним. Он у нас и будет играть роль переходного с аккорда на аккорд. Все о переходных рифах смотрите в третьем уроке из этой серии. На самом деле же, транспонирование рифа по тем же ступеням, но в гамме другого аккорда, это очень характерно для блюза, а не для вестерн-стайла. Вот как в блюзе. Видите, я транспонировал с ми в ля и обратно в ми. Это чисто блюзовая такая штука. В вестерн-стайле так делать не обязательно и даже, наверное, излишнее. Ну, достаточно на самом деле будет сыграть, даже если в той ритмике, то без рифа, просто аккордом. И заметьте, тут никаких таких острых глушений, никаких бумчиков на самом деле нет. Такой стиль. Опять мы начинаем на риф на аккорд ре. Вот он. Аппликатура нашего стандартного ре-паверкорда. Вот она. Раз и держим. Два и тут восьмые. Аккорд сверху и снизу. И на следующий счет, это три, добавляем ноту фа на третьем ладу четвертой струны. Вот она. Это наша рифовая ступень, третья из главного рифа в ре. Только вот здесь вот ее играем. По факту мы получаем здесь звучание ре минора, только с фа в басу. На счет 4 мы ее отпускаем, пул на открытую четвертую струну. Вот я отпустил на счет 4. И это первый такт. Второй такт. Начинаем со скольжения по второй и третьей струне на пятый и шестой лад. Тут у нас получается по сути тоже аккорд ре. Если играть четвертую струну открытую. Точнее, это ре минор без пятой ступени, но с пониженной седьмой. Держим до счета 3 во втором такте. Далее меняем позицию обратно. И начиная со счета 3, играем восьмыми наш стандартный ре риф на четвертой и пятой струне. То есть с третьего лада на открытые. Вот весь риф медленно. Как же под такое петь? Да вот так. Я видел секретные карты, я знаю, куда мы плывем. На слово капитан. Капитан. Аккорд соль. Почему у меня соль такой и в чем смысл, об этом в уроке 3 из этой серии. Здесь ритмика такая же, как во всем аккомпанементе. Только рифовые ноты мы играем на первой струне. На первой струне шестого лада пул на третий. Вот ритмика. Это один такт. Переходим к ре. Я пришел попрощаться с на ре у нас. Ну что, ре. Ре стандартная аппликатура паверкорда. Риф на четвертой струне с третьего лада на открытую. Получается вместе так. Капитан. Я пришел попрощаться с тобой. Переход на ля. Ля power chord. Открытая пятая. Четвертая на втором ладу. Третья на втором ладу. И риф с третьего лада на пятой струне. И это один такт на слова с тобой.
И ми, просто переносим все это на одну струну ниже. Все вместе так. Капитан, я пришел попрощаться с тобой, с тобой. Ну вот здесь вот можно сделать две вещи. Тут можно сделать либо остановку аккомпанемента, то есть держим ми на один такт, но не играем, и только текст. И твоим кораблем. Получится так. Капитан, я пришел попрощаться с тобой, с тобой. И твоим кораблем. На кораблем пошел риф. Либо попробовать сыграть заполняющий такой пассаж по ми-минорной пентатонике. Когда я пою сам, мне это обычно не получается сделать. Но если будет петь кто-то другой, то почему бы нет? Ну, какой, например, третий лад на первой струне. Легкий бенд. Пауза. Вначале на первую долю ми, потом... Первая струна, легкий бенд на третьем. Пауза маленькая у нас на восьмушку. И потом все восьмушками. Открытая. Третий лад на второй струне. Пул на открытую вторую. И второй лад на третьей струне. И это хорошо сочетается с рифом, который пойдет. То есть получится так. Вот такой вариант. Сейчас я сыграю два варианта медленно, с пением и с остановкой. И без пения, но зато с заполняющим пассажем и стыковку с рифом. Капитан, я пришел попрощаться с тобой, с тобой и твоим кораблем. Вот сейчас с заполняющим пассажем. Капитан, я пришел попрощаться с тобой, с тобой. Вот тут необходимо сделать отступление. На самом деле я здесь показал риф на соль для того, чтобы вы знали, как его делать. Но важный момент, который касается именно стилизации песен. Если в самом мастерстайле вам вряд ли встретится гармония, на которой подобный риф будет плохо стыковаться с последующим аккордом, то при стилизации вот такой как раз возможно. Смотрите, в этой песне есть у нас и соль минор, и соль мажор. Я играю паверкорд в обоих случаях, и он может заменить и то, и другое. Но если мы сыграем подобный риф, то мы нарисуем к нему третью ступень. И если она минорная, то аккорд будет восприниматься более как минорный. А если мы сильнее подтянем струну, то на полтона мы поднимем до третьей мажорной, и аккорд будет восприниматься более как мажорный аккорд. Проблема у нас в том здесь, что песня имеет в оригинале довольно высокий темп. Можно просто не успеть, там где мажор у нас, не успеть дотянуть струну. И аккорд соль в этом смысле тоже проблемен, потому что тянуть-то приходится мизинцем, довольно из неудобной позиции, а мизинец слабый палец. Одним словом, если это не получается, то лучше не рисковать, чтобы не получить неприятное звучание, неприятное сочетание. Вот, например, у нас в припеве переход соль-ля. Предположим, мы не дотянули струну, и вместо соль-мажор-ля-минор мы получили переход соль-минор-ля-минор. Ну и даже если дотянули, то все равно... Лучше вот тут вот не бросать на бенде, а показать сам аккорд. Потому что вот эта ступень, одиночная нота в переходном рифе. Она может исказить восприятие следующего аккорда. В общем, подытоживая. Рифов у нас в песне и так достаточно много. И соль тут можно свободно пропустить, хуже не будет. Продолжаем. Ну, далее у нас понятно, это главный риф ноля. Ну, кстати, я его играю все-таки не одиночными нотами, как вы слышите, это
усиливаю звучание, размашисто задевая пятую струну. И вот этот переход между частями куплета у меня длиннее в два раза. Надо же такой красивый риф как следует показать. Вторая и третья части куплета начинаются так же. И доходит до ре. Вот видите, а в ре сейчас. Но после, во второй части, после слов начальником крыс, мы идем не на ля, а сразу на ми. Где играем все то же самое на один такт. Крысы сходят на берег. Крысы сходят на берег. И после ми как раз си бемоль на текст берег. Си бемоль мажор на самом деле. Но можно просто вот этот аккорд удержать. Хотите мажорный, хотите пятерку. Power chord. Пятерка это пятая струна, первый лад, четвертая и третья струны, третий лад. Хотите мажорный, просто добавьте третью струну на этом же ладу, на третьем. И это тоже один такт. Просто удерживаем аккорд. На текст в ближайшем порту. Переход на ля. В ближайшем порту. Там все то же самое. И после перехода на ми. А что на ми делать, вы уже знаете. Либо остановка, либо... А, текст у нас тут «Надежде спастись». «Надежде спастись». И потом, как вы видите, главный риф на ля. Этот вариант повторяется также и на текст. На верхней палубе играет оркестр, и пары танцуют фокстрот. Стюарт наполняет огонь по бокалам, разливает огонь по бокалам и так далее до припева. Давайте вот медленно этот вариант я весь сыграю. Как играется во второй части. Дошли до припева, но никто не хочет и думать о том, пока Титаник плывет. Никто не хочет и думать о том, пока Титаник плывет. Тут все очень просто. Первые строчки поются на соль ля, но никто... Не хочет ля и думать о том. Риф. Тот же самый. Технически, ритмически здесь ничего нового. Пока Титаник плывет. А вот следующая строчка будет отличаться. Третья строчка начинается так же. Но никто не хочет и думать о том. Здесь си бемоль. Пока. Тут такт на ля. Пока. На ми. А дальше вы знаете, остановка и Титаник плывет. И главный риф пошел. Плывет. Наплывет уже главный риф. Вот весь припев медленно. Но никто не хочет и думать о том, пока Титаник плывет. Никто не хочет и думать о том, пока. Титаник плывет. И давайте вот всю песню сыграем медленно, а свои вот эти вот рифы я сокращу, главный риф, чтобы побыстрее было. Я видел секретные карты, я знаю, куда мы плывем. Капитан, я пришел попрощаться с тобой. И твоим кораблем я спускался в трюм, я беседовал там с господином, начальником крыс.
крысы сходят на берег в ближайшем порту. В надежде спастись на верхней палубе играет оркестр, и пары танцуют фокстрот стюард. Мне кажется, что у Бутусова это песня предчувствия, песня предупреждения. А у меня внутри созрел такой вариант, как будто бы уже на самом деле все случилось, и это уже песня «Реквием». И потому я сейчас играю даже немножко в другом характере, чем сам показал, и не медиатором, а пальцами. Знаю, куда мы плывем, капитан. Я пришел попрощаться с тобой. С тобой и твоим кораблем. Я спускался в трюм. Я беседовал там с господином, начальником крыс. Крысы сходят на берег в ближайшем порту. Надежде спастись. На верхней палубе играет оркестр, и пары танцуют фокстрот. Стюард разливает огонь по бокалам и смотрит, как плавится лед. Он глядит на танцоров, забывших о том, что каждый из них умрет. Никто не хочет и думать о том, пока Титаник плывет. Никто не хочет и думать о том, пока Титаник плывет. Тут надо еще даже так гитару прокрутить, как в фильме «Деспирадо». Но, боюсь, у меня так красиво не получится. Ну, а традиционно, если вам понравился урок, то лайк и репост. А если вы хотите не просто стилизовать чужие песни, но и сочинять свои композиции в вестерн-стайле, то у меня есть основной курс, который так и называется «Акустический рок Western Style». В нем количество примеров рифов исчисляется даже уже не десятками, а пошло на сотни. И причем они все с подробнейшим пояснением по ритмике, по нюансам исполнения. Есть там уроки и по форме песен, и по гармонии в этом стиле. Так что там есть все, чтобы вы поразили своих слушателей необычными и стильными рок-песнями с ароматом Дикого Запада. Все подробности по ссылке ниже этого видео. Кликайте, переходите, смотрите. Ну а если вам понравилась стилизация, пишите мне в комментариях, ну постараюсь сделать что-нибудь еще. Успехов и до встречи!